премьера от Кише и Лавик, и «Капля дождя». Кстати, Люба уже убежала готовить свой новый дуэт. И мы остались с Андреем одни. Теперь на наших уменьшенных желтых диванах. Ах, эти женщины. Не успела только с одним представить, уже к другому. Уже другим. Но я знаю, что у тебя тоже очень много новостей. Во-первых, у тебя в субботу день рождения. Ой, 50. Да, у меня в субботу день рождения. И в этот раз я решил именно зажечь. Что будет? Зажечь огни ночного города. Ты делаешь такую пати, да? Да, я делаю большую, a big Кише пати на моей большой кровати. Кстати, да, туда можно попасть. В амбициозном проекте, вот, в котором вы все узнаете у меня на сайте. На самом деле, у нас на день рождения будут лучшие из лучших. У нас будет большой торт на 500 человек. У нас будет Кише, который будет выступать, дарить новые песни и радовать старыми, диджей-сет. И будет еще одна премьера, помимо вот того, что вы увидели творчество нашей с Любой, будет еще презентация моего клипа, который я снимал самостоятельно. Сам, как режиссер. Как режиссер, да. Сам его сейчас монтирую, крашу, мне так это все нравится, так увлекает. И вот в эту субботу все смогут, кто придут на мою вечеринку, смогут увидеть этот клип. Ребята, кстати, да, вы можете отхватить кусочек праздничного торта и даже вот посмотреть новую премьеру видео от Кише. У нас есть два билетика, самые активные, может выиграть их в нашей группе Guten Morgen ВКонтакте, а также наши лайкайте страницу М1 на Фейсбуке. Лайкайте, лайкайте, да, лайкайте, да, да. Вот именно про социальных... Активных? Да, да, да. У тебя это... Клипешничек это... про... А давай посмотрим кусочек, я знаю, есть... таких. Ну, там есть, видео, как мы снимали этот клип в городе Донецке. О, тогда понятно. Городу Донецку, физкульт, привет. А ну-ка, а ну-ка. Вот, красавец. Клипа на песню «Танцеваться». Самые красивые отборные девушки Украины снимаются в нашем видео. Что и как происходит, смотрите в нашем коротком репортаже. Почему ты решил снять вот таких вот донецких девочек? Во-первых, родилась песня, которую мы назвали. Я сразу, мне это пришло название, я так проснулся ночью. Танцеваться. Танцеваться? Танцеваться. Угу. Все. И это название как бы так вот, оно гармонично вросло в текст. И мне часто очень, знаешь, там пишут, когда мы увидим это. Покажи. Вот я показал. Этого вот так вот будет в этом клипе всего. Ребята, обещаю. Помните, да, пригласителя вы можете выиграть. Да, девочки, мальчики, яркие, готовьтесь. Там, пацаны, пацаны, я старался в этой работе специально для вас. Я, кстати, знаю, что это не последний твой такой сюрприз. Я знаю, ты готовишь совместный трек с нашим Димой Абрезаном. Да, ты знаешь, как это типа прорвало. Вообще, что это будет? Прорвало. Дима мне недавно просто сказал, я говорю, Дима, нет, ты тоже поешь? Все, пожалуйста, стоп. Он говорит, нет, ну я там читал, он на газете типа, да, что-то все, сняли. Все расскажи произошло очень-очень просто. Во-первых, big respect Димончику за то, что он... Знаешь, взял и попытался и сделал. Он показал мне трек, который написал его друг, показал текст, начитал. Я увидел в этом такой солнечный позитив, позитивная песня, знаешь, она ну, как бы подбодрялочка такая. Mm-hmm. Чувак, ты можешь, вот чтобы не случилось у тебя в жизни, не унывай, не вешай нос. И это как раз то, что мне нужно было. Ты там поешь. Я пою. Ты там как Джастин Тимберлейк у Джей-Зи, например, да? Да, да, круто. Я Джастин Тимберлейк, а Димон Джей-Зи. А Димон Джей-Зи, не путай. Короче, мы вместе скооперировались, мы практически записали эту композицию под названием «Я могу». «Я могу», «Я могу». Когда клип мы увидим? Я не знаю, это вопрос, кстати, к Абрезану. Здесь я участвовал креативно по части там своих синхронов, присутствия в видеоряде. Мы придумали наш припев, мы записываем ее на нашей студии, вокальные партитуры, работаем, то есть как бы каждый делает свое. Димина идея, Сенсей написал музыку, мы пишем мелодию, записываем вокалы, сводим мастеринг, вместе сняли клип, готовимся. В общем, я поняла, Андрей, я с тобой не прощаюсь надолго, потому что у тебя очень много новостей. Да. Жду тебя всегда на моих желтых диванах. С наступающим тебя днем рождения. Спасибо большое, ребята. Всех жду 7 сентября. Да. А мы ждем вас прямо сейчас, потому что Guten Morgen продолжается. И мы, кстати, продолжаем праздновать день рождения Бьонси. Впереди обещаю вам очень много интересного. Просыпайтесь вместе со мной.